ящик. Хотел красоту на этом объекте, хотел кусочек трубы, выходил буквально маленький из вот этого вот верхнего грибка, из шахты. Система собрана классическая. Сначала идет неутепленный участок трубы, потом переход на сэндвич-трубу, и пошли дальше мы утепленной трубой. Все, вопросов нет, все окей, все отлично. Но одно но. Система собрана вся по конденсату, но она собрана вот в этом месте. Вот по этой причине, что 1.5 метра горизонта стоит, дымоход будем полностью демонтировать. Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment By. Этот объект вы видели, мы демонтировали здесь полностью трубу. Какую-то часть мы оставим. Брали всю трубу, которая была родная, тисовская, 0,8 мм. Вместо нее мы поставим 2-миллиметровку Дарка. Почему? Потому что нагрузка сейчас будет идти на дымоход. Труба была смещена в сторону, горизонтальный участок 1.5 метра. И вверху мы полностью дымоход весь переделаем. Здесь опорную площадку нет возможности поставить. Будет перекрытие стоять там носилочки, но они особо такую функцию несут, разгрузка наружнего кожуха. И поэтому основная задача этой 2-миллиметровой трубы, чтобы если даже произойдет возгорание, она не сложилась в гармошку. Потому что 0,8 единицы, не говоря уже про 0,5, если дымоход давит весь сверху вниз и происходит возгорание, то в гармошку скручивается, то есть труба выходит из строя. Но когда это будет уже отделка сделана, когда уже сделается полностью весь камин, вы представляете, какие-то неудобства, не дай бог. Поэтому я перестраховываюсь, уже ставлю здесь 2-миллиметровую стальную трубу польского производства. Пройдем выше, всю систему, конечно, соберем по конденсату, это вы увидите в конце видео. Также труба вся заполимерена, заказчик попросил ее в цвет кровли сделать. Вот такая коричневая полимерка 8017 финского производства порошок. Со временем от ультрафиолета фин, по крайней мере на тех объектах, которые я сдавал, вопросов никогда не было. С белорусской цвет немножко меняет. И российская, не знаю, она у нас есть также полимерка и российская, но я с ней не работал и ничего по ней говорить не буду. Наша белорусская не берите. Сейчас я нахожусь на 2-м этаже, это мансардный этаж. Для тех, кто не знает, о чем я говорю, подписывайтесь на мой канал, я обязательно сделаю внизу ссылочку для того, чтобы вы посмотрели. Здесь сначала труба шла вон от того края и в горизонтальном участке 1.5 метра и выходила вверх. Вот эти вот углы, которые под 90 градусов, 4-сегментные углы. Хорошие углы, хорошо сделано довольно. И уходили вверх. Вот за это заказчик переплатил. Они ему уже не нужны. Может быть, когда-то он их использует где-то, но маловероятно, потому что тисовские трубы, они ограничены по размерам. У них либо 5-ка изоляция, либо 30-ка. Здесь 200 внутренней, 260 наружней. Где-то их применить, только если с их трубой. Я буду сейчас, будем выходить мы вверх. Мы немножко сместимся. Смещаться мы будем вот таким вот, вот такими сегментами. 2,45 5-градусника будет стоять. И между ними, скорее всего, поставим еще вставочку для того, чтобы уйти ближе к нам, ближе к коньку подняться. Но сейчас довольно низко мы находимся внизу. И чтобы вот это расстояние использовать, потому что у нас там грибок еще стоит, грибок остался. Нам надо поднять за уровень грибка, выше грибка поставить. Вот это мы сейчас и будем делать. Вот и все. Не знаю, покажу здесь я вам в конце видео. Скорее всего, уже будет темно, здесь света нету, поэтому всю работу буду показывать внизу. Закончили мы монтаж дымохода. Вот так выглядит наш камин сейчас. Вначале стоит, обязательно поставили противоконденсатную ставку. То есть конденсат теперь весь капает внутрь топки. Этот способ собирается, насадной способ называется, сборки дымохода. Это не приставной. То есть вся нагрузка на камина идет вот на этот вот сегмент, на вот эту вот часть. Поэтому вверху стоит обязательно перекрытие, такая минимальная разгрузка, она не полноценная. Конечно, если у вас есть возможность поставить вот в это место разгрузочную площадку, то ставьте разгрузочную площадку. Поэтому мы по этой же причине поставили 2-миллиметровую нержавейку, потому что все равно какая-то часть трубы давит на нижнюю. Я не мог оставить старую трубу 0,8, я вам сейчас ее покажу. Вот этот вот сегмент, потому что, ну, даже если вы возьмете, кто давно на рынке, видели там в магазинах трубу, гармошка. Это одна из причин, почему гармошка, потому что сажа загорается, и металл становится эластичным, и когда вес давит на трубу, она просто складывается. Здесь используется 2-миллиметровая сталь, фирма, производитель дымоходов Дарка, максимальный режим эксплуатации Т600. Больше нету. Т600. Все. Вверху всю систему собрали по конденсату.
Конечно, вот эта система, ну вы видите, вам вроде бы видно, что эта система собирается по дыму, но нет, она собирается по конденсату. Снова же говорю, перейдите по ссылочке, я вам оставлю, как можно систему собрать, я рассказываю о том, вот это вот, про этот именно вот переход. Потому что конденсат появляется, если собрать вот этот сегмент перехода по дыму, остальное по конденсату, появляется конденсат, вы ну, ничего с этим сделать не можете. И он начинает вытекать. Здесь буквально топка два раза топилась, и конденсат появился, и это было видно уже на топке. Я когда приехал сюда первый раз на осмотр, я, конечно, это все увидел. И вверх труба уже стоит вверху, насадка нижняя, она также собирается по конденсату, и переход идет на утепленную трубу. То есть, конечно, переход уже в перекрытие утепленный, здесь в районе 40 сантиметров у нас утепленная труба остается внизу. То есть, когда короб зашьется, компрессионная камера будет, все уже будет красиво, но это результат, это уже все будет потом. Сейчас то, что от меня зависело, все мы переделали. Ну, конечно, мы выставили трубу по уровню, здесь уровень гулял, здесь с уровнем были проблемы, и сейчас то, что вы видите, это уже, ну, такая тяжелая подгонная работа. Вы должны понимать, что переделывать всегда тяжелее, чем монтировать изначально, потому что нам пришлось смещать противопожарный узел, мы его подкинули. То есть ряд технических проблем, которые мы решали уже, когда приехали сюда. Потому что ты, когда приезжаешь первый раз смотреть на объект, когда я приехал, я видел одну картину, когда уже приступили к работе, эта картина поменялась, она стала уже совсем другая. Я решил сделать две фотографии, поставил. Это работа, которая была выполнена до нас, а это работу, которую выполнили мы. Смотрите, вот этот горизонтальный участок, который фотография слева, уходит угол 90, ушли в сторону и поднялись вверх. Участок 1.5 метра недопустим. Здесь ряд вопросов возникает, с прочисткой возникает вопрос с тягой. Лишь по этой причине, что здесь 1.5 метра строители до нас вынуждены были компенсировать вот этот горизонтальный участок, вертикаль, и вышли очень высоко за общий грибок, за эту шахту. Это основная причина. На правой фотографии вы видите, как мы поднялись трубу, сместили в сторону двумя 45-градусниками. Эти два 45 градусов мы привезли с собой для того, чтобы было смещение, потому что мы попадали в стропильную доску. Повезло, что здесь трехсегментный угол, но я на это обращаю внимание. И, конечно, в результате того, что была переделка, заказчику ну, лишние два угла плюс метр трубы он переплатил. Ну да, так. Поэтому до и после. Если есть возможность, конечно, делайте после, чем до. А лучше изначально обращайтесь к монтажным организациям, которых основная эта работа, а не дополнительная. Все, теперь я подведу итоги. Работу переделали. Да, заказчик меня в свое время не дождался в прошлом году. Он хотел побыстрее, побыстрее, побыстрее. Ну, вы знаете, что происходит, когда люди хотят быстро. Переделка. Не всегда, но бывает. Здесь моему клиенту, к сожалению, не повезло. И он правильно сомневался, что вызвал меня, что, потому что мы сделали вроде бы красиво, да, ну по уровню стоит, ну ладно, не стоит, ну подумаешь, трубу начали собирать не с того конца, бывает, ну ладно, закрыли вопрос, но когда уже вопрос стал отделки, вот это вот уже должно быть все отделано, потому что здесь отделка уже вся идет. До конца прошлого года. То есть в 2019 году здесь уже должен был быть полноценный камин. К сожалению, его нету. Сейчас конец января. Поэтому не спешите с работой, лучше подождите, потому что вы должны понимать, монтажники, которые давно работают теми, у которых это основная работа, вы неважно, какую работу возьмете, кровельщиков, сантехников, там, не знаю, отделочников, у них у всех работа расписана, как правило, на 2, а то и более недель. Возьмите хорошего плиточника, он расписан, как правило, на месяц, а может быть и больше. Также и в строительной организации. И когда вы звоните, говорите, мне надо сделать дымоход, и вам говорят, да, я готов приехать завтра сделать, ничего хорошего здесь, как правило, не будет. Это я вам говорю из личного опыта, потому что я очень часто переделываю дымоходы. А мне это неудобно. Вы должны понимать, что эта работа будет стоить, конечно, дороже. Для вас, как для заказчиков, это важно, потому что, я думаю, вы найдете при строительстве, куда потратить деньги, а не на то, что переделывать. Да, здесь заказчику пришлось переделать. У него ушли два угла 90-х, они не дешевые, утепленные, 200 на 260 и метр трубы, которые у него остались.
Да, может быть, используют в следующих объектах, может быть, ну, не знаю, где-то оставят их, но как бы не было, работа была вся полностью переделана. И, конечно, работу мы проверили, камин работает, тяга есть, все отлично, все хорошо, завтра сдадим заказчику объект. С вами был Дмитрий Михайлов, CommentBuy, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, не стесняйтесь, хорошего всем настроения, пока!